Всем доброго времени суток, с вами Палыч Биткоин. Сегодня хочу представить на ваше рассмотрение проект Криптошары. Кстати, проект работает, говорят, уже довольно так это давненечко. Меня как-то затягивали в него, но что-то я не шел. Вчера все-таки мы решили зарегистрироваться с приятелем. И вот сегодня только пишу видос с тем показать, что проект действительно платит. И можно работать даже на халяву. Смотрите, простая регистрация здесь, значит, в этом проекте идет. Регистрация идет у нас. Вы пишете имя, фамилия, значит, пишете логин, пароль, повторяете пароль, пишете email, повторяете email, пишете обязательно секретный вопрос, допустим, имя любимой или там марка автомобиля, повторяете ответ и... кошелечек вставляете сюда, свой кошелек, биткоин кошелек. Ну, рекомендую, кто пользуется Харо, или как мы называем, Хапо, вставляйте его, потому что кошель, наверное, взломать все-таки потяжелее тот, а выплата на него идет. Все, нажимаем кнопку регистрировать аккаунт, и все отлично. Потом, значит, мы заходим, и смотрите, после того, как вы зарегистрируетесь, на ваш счет сразу автоматически падает 100 тысяч сатоши, типа как бонус. Это тело депозита, которое вы никогда не снимете. Это не ваши деньги, вы их не возьмете. Вот они будут лежать, у вас 100 тысяч, да? И раз в сутки вам будет начисляться 10%. Смотрите, 10 тысяч у вас будет начислено. У меня рефералы тут маленечко подсуетились, поработали. Вот уже 8 тысяч у меня есть на балансе. И вот последняя выплата, 58 тысяч сатоши я вывел сегодня. Сейчас мы все это рассмотрим. Значит, можно сделать депозит. Приятель у меня сделал депозит. Сейчас он в день будет получать порядка 60 тысяч. Здесь можно сделать депозит. Смотрите, вот тут и процентовка. Ну, конечно, нас интересует только вот эта сумма. Потому что здесь... от 100 тысяч идет минималка. Здесь уже пошло 5 битков и 10 битков. Реферальная комиссия трехуровневая. Трехуровневая, смотрите, 8%, 2% и процент. То есть нормально идет. Мгновенные выплаты и оплата идет биткоином. Сделать депозитом, нажимаете, значит, депозит. Сумму депозита вносите сюда. Нажимаете кнопочку «Отправить». Можно сделать депозит с баланса. Смотрите, когда на балансе что-то появится, у вас минималка сотка, то есть можно делать реинвест. Нажимаете «Отправить», вам дается адрес биткоина, куда вам нужно отправить, и все приходит. Теперь посмотрим историю и посмотрим действительно, вывели ли эти деньги, попали ли они мне на кошелек. Потому что, вы сами знаете, на сайте можно написать что угодно, как угодно. Вот история. Зарегистрировался вчера, 17 ноября 2016 года. Дали 100 тысяч, тут же перевели они их сами автоматом на депозит. Вот у меня товарищ зарегистрировался, даже видно его ник. Получил от него 40 тысяч, ушло на реферальную комиссию. Сегодня у меня зарегистрировались еще несколько человек. Вот пополнился игрок, 8 тысяч от него пришло, 10 тысяч мне, это ежедневный бонус, 10% поступил на счет. Вот я сделал вывод, 58 тысяч, и после этого у меня еще реферал пополнился, мне пришло еще 8 тысяч. Вот у нас идет хэш-транзакция. Сейчас мы его культурненько скопируем, зайдем на блокчейн. И просто посмотрим, отследим. Чтобы действительно убедиться, что деньги приходят. Да, когда поставили на вывод, вам что хочу сказать. На хапо, что хорошо, что оно приходит моментально все это. Вот смотрите, мы значит проверяем, вставляем, проверяем. Чайником я давно не пользуюсь, не нравится. Вот пожалуйста, 11 подтверждений, вот 58 тысяч сатоши. Все, то есть пришли моментально, без каких-либо проблем. Вообще все работало очень шикарно. Ну, не знаем, как будет работать дальше. Пока, в принципе, хорошие отзывы. Здесь можно поменять язык, поставить на русский, чтобы вам было более понятно все это почитать. Значит, вот здесь мы на главной странице видим свою реферальную ссылку. И когда мы на нее вот кликаем сюда, для того, чтобы приглашать рефералов, кликаем мы сюда. И нас перебрасывает на страничку с рефералами, на которой
можно увидеть, сейчас минуточку перегрузится, на которой мы увидим реферальную ссылку, которая копируется. Эту вы ссылку тут скопировать, ну, практически невозможно, она просто тянется. Ну вот что-то маленечко у нас тут подвисло. Попробуем еще раз. Вообще не хочет. И вот она, ваша партнерская ссылка будет здесь находиться. И количество ваших рефералов общее. И, значит, количество активных рефералов и вся комиссия, которую была вам начислена уже, в принципе. Так что приглашаю всех, даже у кого нет каких-то копеек, можете начать просто на халяву. Подождите 5 дней, на 5-й день вы выведете 50 тысяч сатоши. По-моему, неплохое дело. Нормальный, как говорится, лучше всякого крана, в котором можно не работать. Ну, на этом, наверное, все. Ссылка на регистрацию, как обычно, будет под этим видео. Записывайтесь, подписывайтесь на канал Палыч 611 Биткоин. Ставьте лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем пока, всем удачных заработков.